звенящая тишина. Пустые улицы, артхаус покруче, чем в фильмах Кустурицы. От новостей плохих уже передоз. Опасный вирус поражает мозг. Масло в огонь подливают избранники. Да, все плохо, но не поддавайтесь панике. Да, пока что у нас ничего нет. Но то, чего нет, нам подвезут в обед. Дефицит — это последствия серых схем. А в мане не цой, вышел Украина, мол, не каски. В жопу не цой, дайте людям маски. Слушая новости, снимай лапшу сухо. Лучше цитировал бы Винни-Пуха. Маски в аптеке — очень странный предмет. В новостях они есть, а в наличии нет. Гречка, соль, туалетная бумага — это то, что хочешь ты, это то, что нам надо. Гречка, соль, туалетная бумага — это то, что хочешь ты, это то, что нам надо. Карантин, пандемия, все кричат «Аве Мария!» Мир нашему дому, мы с этого вируса снимем корону. Караул, пандемия, все кричат «Ой, мама мия!» Мир нашему дому, мы с этого вируса снимем корону. Депутатам нашим ночью не спится, однозначно придется в Украине лечиться. Не так был страшен план Шатун, как медреформа от пани Супру. Доктор, доктор, дайте совет, как нам прожить еще хотя бы пару лет. Но чтоб здоровым и активным быть, нужно 11-м в автобус не заходить. Гречка, соль, туалетная бумага — это то, что хочешь ты, это то, что нам надо. Гречка, соль, туалетная бумага — это то, что хочешь ты, это то, что нам надо. Карантин, пандемия, все кричат «Аве Мария!» Мир нашему дому, мы с этого вируса снимем корону. Караул, пандемия, все кричат «Ой, мама мия!» Мир нашему дому, мы с этого вируса снимем корону. А теперь тем випам, которые прихватили вирус Куршевели, придется лечиться в той стране, которую они раздевали, разворовывали и уничтожали последние 20 лет. Убивали медицину в обычных больницах, и за границу теперь не уедешь. Ты не спрячешься, придется